Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Трехминутные герои». Королевство вело очень-очень долгую войну против вторжения демонов. В конце концов, обе стороны, измученные долгой войной, решительно заключили перемирие. Вместо того, чтобы остановить вторжение по всей стране, король демонов сделал одно предложение. Демоны не могут жить без вторжения в силу своей природы, поэтому они предложили вторгаться в один дом на их выбор. Всего на 3 минуты в день. Поскольку это весьма отрадное предложение по сравнению с тем, что за эти годы многие дома были разрушены, все решили согласиться с этим. Таким образом, в королевстве наступил мир. За исключением вашего дома, в котором демон будут вторгаться на 3 минуты каждый день. Спасибо. Здравствуйте, это тот невезучий дом, в который решили вторгнуться демоны? Здравствуйте. Так жаль, что выбрали именно этот дом среди такого множества домов. Не волнуйтесь, мы вам поможем. Сначала вам нужно выбрать двух героев. В зависимости от выбора героя образуются различные комбинации. Сначала нажмите на меня. Нажмите ниже кнопку «Главный герой». Так, это у нас маг, колдун, кидает огненный, не вижу, что там написано. Главный герой, ладно. В зависимости от того, какого главного героя вы выберете, навык повторения будет меняться. Навык повторения — это самое основное действие, при котором ваши карты снова вытягиваются. Затем нажмите на воина. Нажмите на кнопку «Вспомогательный герой». То есть маг получается основной герой, а воин второстепенный? Хе-хе. Выбранный вами вспомогательный герой добавляется в виде карты в начале каждого раунда. Теперь нажми кнопку запуска игры в правом нижнем углу. Я думаю, вы и так знаете, что вон тот дом слева – это ваш дом, который вы должны защитить. Используйте карты воина, колдуна и пушки нижней части экрана, чтобы разместить их на любой размещаемой плитке. Ну, допустим, я мага поставлю сюда, воина сюда, а пушку сюда. А вот... И идет сам слизь. Союзники будут автоматически атаковать врагов, которые окажутся в зоне досягаемости. Что это клаба бомбишь-то? Отлично, справились. Победа над врагом дает золото, которое необходимо для использования карт. Также золото добавляется через определенный промежуток времени. Наносит 15 единиц урона и накладывает на врагов поджог в одной клетке. Так, разве ты не говорил, что ты колдун? Так почему ты не используешь магию? Используй на врагов, например, искру. Вот я и хочу сейчас попробовать, что это такое, как оно действует. Ой, слизь горит, это, наверное, больно. Эй, но враг же атакует в реальном времени. Как тут успевать читать информацию о картах и врагах? Это же невозможно. Вот именно, для таких случаев есть кнопка паузы. Попробуй переключиться в режим паузы, нажав кнопку паузы или пробел или правую кнопку мыши. Во время паузы можно навести мышку на что угодно, чтобы прочитать подробную информацию. Так, наносит 30 единиц урона в области 3 и 3 клеток. Наносит двойной урон по врагам с поджогом. Так, уничтожается, когда попадает на кладбище. О, тогда я попробую проверить информацию о противнике, наведя указатель мыши на полоску здоровья. Верно, так можно. Я удивлена, что ты работаешь только... не только мускулами, а еще и головой. Ребят, наносит 3 урона каждую секунду. Длится вечно. Мы же команда, не так ли? Теперь нажми кнопку еще раз или пробел, и тогда игра снова начнется. И давай наблюдать, как слизь погибнет. Думаю, у тебя точно какие-то проблемы. При убийстве врага есть шанс получить добычу. Добыча может быть подобрана или активирована щелчком мыши в течение определенного времени. Я вижу тут кристалл какой-то. Нажмите на добычу на поле. Если вам сложно собирать добычу во время игры, вы можете включить опцию автоматического получения для каждой добычи. Это уменьшает вероятность выпадения наполовину, но собирает или активирует добычу автоматически. Что это за монстр? Он же просто все переплывает. Вау! Когда враг достигнет дома, он наносит ему урон, равный своей силе атаки, и исчезает. Бррр! Появление вождя! Появление вождя! Блуби! Вау, впервые вижу такую гигантскую слизь. Вождь появился, нам нужно что-то большее, чтобы его атаковать. У всех героев есть индикатор манны, который со временем восстанавливается. Когда она заполнится, вы можете использовать его навык.
Вы можете использовать навык маны, нажав на героя, или можете позже установить опцию автоматического использования для каждого героя. Нажмите на меня, чтобы получить огненный шар в руку. Ага, наносит 25 урона по одной плитке, накладывает на врагов поджог. И попробуйте использовать ее на вождя. Хе-хе, вау, вождь упал. Когда вы успешно защитите свой дом от демона, в течение 3 минут каждый враг умирает, и раунд заканчивается. Раунд пройден. Угу. Что-то типа простенького Tower Defense. О, хорошая музыка. Это наш дом, который мы защищаем? Верно. Когда раунд закончится и наступает ночь, ты можешь прийти домой, выбрать вознаграждение и переставить их. Первым делом ты можешь выбрать карты и добавить их в колоду. Если вас не устраивает карта, предоставленная в качестве вознаграждения, вы можете сменить карту, потратив свои драгоценные камни. Щелкните на все 3 карты, предоставленные в качестве вознаграждения, и нажмите кнопку «Готово». Так, возвращает героя в руку как карту. Заряжает всем колдунам огненный шар. Накладывает оглушение на врагов на одной плитке. Завершить, да? После выбора карт вы можете выбрать одно из 3 вознаграждений. Регулировка добычи, улучшение карты или выбрать героя. Улучшение карты. Во-первых, вы можете добавить одного героя в список для выбора, включены только разблокированные герои. Во-вторых, вы можете добавить ключевые слова к картам или добавить специальную карту в колоду. В последнем вы можете регулировать тип добычи или вероятность. Ага. Также вы можете выполнять небольшие квесты или увидеть, как герои общаются, нажав на них. Вы можете решить, будет ли такой герой активировать свой навык маны автоматически или вручную, установив флажок. Давайте сначала добавим героя. Вы можете получить еще одну карту воина в следующем раунде, потому что текущий воин является вспомогательным героем, но давайте возьмем еще одного. Еще одного воина, что ли? Я хотел охотника взять. Собрав все вознаграждения, можно отредактировать поле перед началом следующего раунда. Увеличить прочность дома на 1, отремонтировать дом на 3 прочности. Так, а он бьет 2 клетки. Я могу что-нибудь еще-то тут сделать? Перетащите меня к воину, чтобы поменять местами. Также вы можете продавать ненужные вам юниты. Перетащите пушку домой, чтобы продать ее. На странице выбрать героя. Иногда появляются герои-ветераны, даже иногда появляются герои-мастера. Осторожно. Гнилая смола, смольный монстр. Теперь нажмите на кнопку, чтобы перейти к следующему раунду. Ну, теперь давайте разместим на поле 3-го воина и улучшим их. Поместите 1-го воина на поле боя. Ну, поставил. Затем нажмите на кнопку повторения в правом нижнем углу, чтобы сбросить карты в руки и взять 5 новых. Вот это. Поскольку я главный герой, нажатие кнопки повторения активирует мой навык повторение. Но что, если в колоде нет карт, которые можно вытянуть? В таком случае карты на кладбище будут перетасованы и перемещены в колоду, так что не беспокойся. Так, теперь еще раз поместить воина на поле боя. Когда 3 героя 1 ранга помещаются на поле боя, они автоматически объединяются и добавляются в руку как улучшенная карта героя. Атакуют в ближнем бою. Поместите меня на поле боя. Вау, теперь мои доспехи выглядят лучше. Думаю, теперь я легко смогу поймать 5000 слизней. Итак, раз мы закончили подготовку, давайте теперь приступим к делу прямо сейчас. Это было обучение. Так, достижение. Вы можете получить награду при прохождении каждого квеста. Разблокируйте всех героев. Пройдите 5-ю стадию великого сражения. Так, понятно. Ну что же. Выберите слот для продолжения. Ну вот, я выбрал этот, например. Начать игру. Великое вторжение, стандартный режим, цирковой режим. Играет в жестком режиме, доступен после разблокировки. Так, ну что, стандартный режим? Тогда уже. А какие герои разблокированы? Вот эти вот у меня, да? Ну давай я возьму...
Они все разблокированы, что ли? Да уж, конечно, все разблокированы. А ты разблокирован? Подожди, мне нужно главного героя поставить, да, вначале? Пускай это будет главный герой. А что он делает? Я не прочитал, что он делает, твою. Так, восполняет все здоровье и накладывает неуязвимость на союзника. Накладывает повышение силы на один на всех союзников. И превращает плитки в плитки сияния в области. Это жрец, ребят, это не то. Я такого не хочу. Я хочу именно воина. Так вот я сделаю. 3 минутки, да? Так, стоп. Наносит 40 единиц всем врагам. Ремонтирует дом. Создает камень магмы на случайной плитке. Эть. Получил? У меня только ремонт дома остался. И все, ребят. Ну, слизень от этого, я надеюсь, завалим же. Вот слизь-бомба, это вот что-то мне не нравится, ребят. А вот это что такое? Ага. О, хладопушка. Заряд огненного. Смотри, как круто. Давай еще пушку поставим. Наносит 15 единиц урона и накладывает на врагов поджог на одной плитке. Пускай горит. Восполняет все здоровье союзникам. Ой, ой. Ать, ничего у него не вышло. Пушку. А, подожди-ка. А кто нанес урон? Горение. Нифига себе, горение. На этого хмельноша. Ребят, осталось всего лишь минута 24. А почему пушка не бомбит? Нет, она бомбит, но как-то не так хорошо. Заряжает колдуна огненный шар. Слушай, неплохо. Я хочу дом отремонтировать. Не пойму, как он делается-то. А, просто на поле боя выкидываешь и все, ребят. Ну давай, тут осталось-то нам шиш да не шиша. Получил свое? Что, всего 3 карты, что ли, осталось? Создает камень магмы на случайной плитке. Не пройдешь. Восполняет здоровье всем союзникам. Ребят, 24 секунды осталось. Подождите. На. На тебе. Что так много-то вас? Упс. Ай. Не-не-не-не-не, подожди, что такое? Ребят, раунд пройден. 3 минутки я простоял. Так, сильный удар, наносит 25 урона по одной плитке, добавляет тренировку в руку, если казнит врага. Дает одно максимальное здоровье герою. Огненный шар. Вот так вот сделаем. Можно все, что ли, выбрать? Так, регулировка добычи. Выбрать героя. Назад. Остались еще невыполненные квесты. Какие квесты-то еще? Оу. Фамергана. Так, Мараку. После сбора союзников на поле средней линии стреляет пронзающий стрелой, если получает поджог, охлаждение, яд и мгновенную смерть. Они применяются к следующей стреле. Ё, просто. Добыть ключевое слово.
Используется эффект карты, когда она попадает на кладбище. Сбрасывает время восстановления навыка повторения. Поджог на один раунд. Давай, наверное, вот это вот. Улучшили, да, типа? Увеличит прочность дома на один. Отремонтировать дом на три прочности. А зачем мне это? Не нужно. Все, я готов. Второй раунд. Так, ну тут бегут какие-то гоблинцы. Гоблиночки. Сильный удар, ну-ка. Блин, не успел. Огненный шар. Недостаточно золота. Хорошо. Хе-хе-хе. Сосунище. На, так, у нас карты берутся за 5 манны. Оух. Кто ж знал-то? Что он стоит издалека, бомбит. Давай, давай, следующий. А фиг ты это сделал? Так, не атакует, баррикады. Ага, я вспомнил этого гоблинца. На слизни на этом прыгает. А этот-то что делает? А, он ускоряет, что ли, врагов? Да подожди ты. Блин, ты-то еще откуда взялся? Так, ребят, недостаточно золота пишут. Ё-моё, вожак гоблинов идет. С катапультой, да? Восстанавливай здоровье всем союзникам. Восстановил. Опять ты? Ну, я зарядил огненным шаром. Мне нравится, когда... Ой, а что так взрывает у тебя мало, парень? Меня это тут бесит. У этого вообще здоровья мало. И я ничего не могу сделать, да? Хила нет у меня. К сожалению. Хорошо, сейчас было. Наносит 25 урона, прикинь, вот это. Блин, у меня хила не будет сегодня, да, я так понимаю. Здоровится уже шиш да не шиша. Есть. Давай, горение. Оу, щет. Они уничтожили, ребята. Блин, эти-то не могут ничего сделать. Давай вот так вот. Есть. Слушай, плохо, когда два воина стоят, потому что издалека могут его наказать. Добавляет героя базового уровня в руку. Я могу уже все взять здесь, да? Так, улучшение карты. Домовладелец, если ты мне дашь 10 драгоценных камней, я буду сражаться и держать союзников в безопасности. Каждый раз, когда вы выбираете задание, в котором уверены, и выполните его, ты можешь активировать следующие эффекты. Стягивает всех врагов на линию воина и накладывает на них провокацию. Каждый 7 убийств магическим уроном активирует эффект вознаграждения. Карта наносит магический ущерб, отображается синим цветом. Белым цветом каждые 15 использованных карт активируется эффект вознаграждения. Давай вот так, наверное, сделаем. Список добычи. Так, используют расхищение гробниц на данную плиту. Нифига, тут еще какие-то. Добавить. Что будем улучшать? Удар молнии, может быть. Все, закалил. Закалил. Так, дом у нас на 3 прочности. Надо его улучшать-то? Давай улучшим.
Вроде как все. Ну что, я готов. Как там запускать-то? Раунд третий. А что такое злобное? Такая музыка злобная. Они бомбашат. Забор. Ребят, я забор какой-то получил. Поставить я могу только на своей территории. А, ух ты. Нажмите навык повторения. Какой навык повторения? Блин. Давай молнию тогда применим, что ли. Добавляет. А как его добавить-то? Недостаточно золота. Понятно, нужно 20 золота. 20 золота, а у меня 5. Оу, щит. Мага забомбили, ребята. Ну как так-то, а? Я тебе скажу одно. Что-то меня тут вообще моментально расчехлили. Тренировка. А я не могу вернуть к жизни, что ли, получается? Я не могу вернуть к жизни наших павших бойцов. Прикинь? Эй, ты видишь, хмырь тут подошел? Ты че еще? Ты сейчас серьезно? Четыре маны, блин. Так он сейчас у меня погибнет. И он начинает бомбашить по моему домику, да? Ну, допустим, я поставлю мага. Маг, наверное, сейчас... Да. Вы серьезно? Ребята, 2 секунды осталось. Еее, ты прикинь. Я на последний секунд. Ну это слишком люто, ребята. Уж извините, ну так какой-то трэш. Так, используйте метель на случайную плитку. Так, когда я думаю наносить урон, активируется эффект вознаграждения. Так, способности карты не используются эффектом ключевых слов. Блин, а что, обязательно так делать? Хилку, наверное, возьмем. Это, блин, не успел даже прочитать. Восполняет все здоровье союзника и снимает все отрицательные эффекты. А хватит ли мне дом-то починить? Все. В руке может быть максимум 7 карт. Да. Призраки. Горение. Гори в аду. А мага не дадут мне, да? А я не заслужил мага, ребят.
Создает. Ну из чего? Мак. Где мои пушки? Где все у меня тут? Десять маны стоит. Опа. Овца-скелет. Да иди ты. Фух. Блин, сейчас у меня. Да как так-то не успел восстановить ему хп. Опять этот козлодой. Сколько там еще? Минута 15, да? Давай сильный удар. Блин, стоит 10 манны. Воин, ветеран. Две звезды. У этих по одной звезде, блин. Да бомбани ты молнии-то. Все, поздно уже молнией бомбить. Я тут уже ничего не смогу сделать. Только так и... Сильный удар стоит 10. Вот горение, ребята, сделать. Ну вот. Оу, щит. Фух, трэш какой-то. Запрещает атаковать и наносить урон, равный недостающему здоровью врага. Наносит 30 и наносит двойной урон по врагам с поджогом. Вот, пушку мне дай лучше. Вообще-то я все заберу. Да, 3 самоцвета трачу, ну что поделаешь. Регулировка. Так, дает один драгоценный камень. Вероятность выпадения 9,5. А, так, удваивает силу атаку. За каждый эффект складывается до 3. Накладывает повышение силы на 1 на всех союзников. Угу. А, превращает врагов на плитке в куриц. В куриц. Ну, почему бы и нет, ребят? Эх, домик. Да я все кристаллы слил, ребят, к сожалению. Ёк-макарёк, там какие-то големы. Дай-ка нажму на паузу. Мага сюда ставим. Сюда воина. Блин, на случайной клетке. Вот почему ты именно туда его поставил? Да ну, тут одни големы идут на меня. Так, эффект горения. Создает 2 радиоактивные минерала. Ну что, превращаем их. Наверное, так надо сделать. А это что там катится? А, это мелкий големчик. Понял. Эй, тихо. Да ну хорош. Дает 2 золота. Так давай.
Это что у нас тут такое? Забор. Блин, какая-то коряга, ребят. Вон там он. Энд, что ли, или кто он, я не знаю. Ну да, это Энд, ребят, он своими корнями опутывает боевой дух. Чего? А почему боевой дух я не могу сделать? Фига себе. Так, забор. Забор здесь надо. Пушка. Ну, хоть какое-то подспорье пускай будет. На, фигня какая-то будет. Получается. Да что ты, он заколебал уже, а? Надо уничтожать. Я когда-нибудь накоплю себе 20 золота, чтобы добавить еще одного героя в копилочку себе. Вряд ли. Так, дает золото. Не? Бесполезный, да, эффект? Я понял. Так, 4 молнии. Ой, 4 молнии, 4 манны. Есть! Хе-хе-хе. Трехминутные герои, ребята. Вот так вот, блин. Накладывает одно повышение силы на союзника в области 3-3. О, слушай, скоро будет, блин, Алера. Вы не можете использовать карты 3 секунд после каждого использования карты, пока Алера на поле. У него 10 к атаке и 400 хп. Так, накладывает колючка на случайного юнита. Урон время от времени, повышение золота. Да, вот золото надо бы повысить. Ну что, дорогие друзья, на этом на сегодня я, пожалуй, закончу эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!